Рассмотрим тени для век с аппликатором от The Sam. Semu Kokok Cushion Eyeshadow. Компактные тени в виде карандаша позволяют создать красивый, естественный макияж для придания векам изысканного цвета и ухода за ними. Удобный аппликатор поможет нанести тени ровно и аккуратно. Вес продукта 1,1 грамм. Мы рассмотрим два оттенка – беж и купер браун. Давайте снимем защитную пленку со средства и нанесем его на кожу. С одной стороны у нас находятся сами тени. Оттенок 01 беж имеет золотисто-персиковый цвет. А с другой стороны удобный аппликатор в виде спонжика, при помощи которого можно растушевать тени. Один из вариантов нанесения теней – это нарисовать линию на коже век вдоль линии роста ресниц, а затем растушевать аппликатором при желании. Тени могут использоваться в качестве подводки. Удобная форма карандаша помогает нанести тени идеально ровно и аккуратно, даже без специальной сноровки. Нанесем второй оттенок – Cooper Brown. Этот оттенок имеет также металлический финиш и рыжий медный цвет. Цвет колпачка крышки соответствует оттенку теней. Тени имеют стойкую формулу, благодаря чему не осыпаются и не плывут. Мягкая текстура теней делает нанесение легким, а линии плавными, при этом не повреждается и не растягивается кожа век. В составе теней витамин Е, а также масла шиповника, органы, которые ухаживают за нежной кожей век. Широкая палитра оттенков в этой линии позволяет создать любой макияж. Эта косметика способна длительное время сохранять аккуратное покрытие на веках и не менять свой цвет.